Ненавижу эту песню. А знаешь, что я ненавижу больше всего? Людей, ищущих совпадения. Кто вы по знаку зодиака? Я... Он стрелец. Кстати, мой бывший тоже стрелец. Простите, но я задам вопрос всем. Есть тут еще стрельцы? Еще двое? Мистика, правда? Эй, Диего, ты с нами или как? Я вроде бы уже сделал выбор, но... Ты знаешь, сколько я заплатила за этот эко-лук? Как за манго. Настоящее. Всего 4 слова. Я хочу с тобой развестись. Говоришь ей это, а сам смотришь на стену. Луси, наверное, я хочу... Пасту на ужин. Надо менять стратегию. Обратимся к профессионалу. Куэрво Флорес. Есть в его смуглой коже, в его глазах что-то дикое. Замужние женщины — его специальность. И каков план? Заставить жертву влюбиться, что приведет к непоправимому распаду пары. Что она предпочитает слушать? Какие фильмы? Что она читает? Да ничего. Какая она в постели? Не понял. Где работает? Не работает. Я не могу сделать это у вас дома. Вымани ее на улицу. Вы уже работали на радио? Да. Давайте так, запишите все, что не любите. Людей, которые улыбаются все время, которые высовывают язык во время селфи. Будете получать 500 евро. Всего 500? Мне неинтересно. На 500 не согласилась, хочет больше. Что? Я пишу книгу с критическим взглядом на жизнь. И я думаю, вы могли бы внести большой вклад. А цена? 3000 евро? Ну, мужик, не страдай. С этого момента жизненно важно, чтобы ты пришел к полному воздержанию. Нравится? Аванс с первой зарплаты. Присмотри, друг. Сам присмотри, придурок. Теперь она та девушка, которую я знал раньше. Поднять ей настроение не составит труда. Ты понятия не имеешь, что происходит. Я не хочу развода. Так будет лучше, потому что дальше я намерена идти своей дорогой. Кого хотите убить сегодня? Тех, кто не способен принимать решения. Понимаете? Новый парень моей жены. Какой малыш. Хотите подержать? Нет, не надо, нет. Прошу вас, они делают шеи вот так, а я этого не выношу.